Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по объявлению, вот видеокарточка продается еще? Ну, вообще продается, там человек за ней, не знаю. Пока еще, ну, конкретно ничего не видел. Ну, а когда забрать, если я, допустим, может, первее возьму ее? Эфорки. Что? Гефорки вот, Гефорки ГТХ 1070. Да, 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 1075. Да, трипле колер. Вот это, как ее забрать? Можно сейчас, может, чтобы успеть опередить всех, потому что очень хорошая видеокарта. Мне хорошая, очень... не спорю. А вы как хотите, вы в Чернигове или вы... Я в Чернигове, или да. Вам отправлять? В Чернигове. В Чернигове? Да. Ну, можете, в принципе, приехать посмотреть. Вот, ну, она работает устроить. Без нареканий, ну, да? Все в идеале. Все в идеале. В идеале, да. Это хорошо. А да. Что такая цена дешевая? Дешевая? Ну, как бы 13,5 тысячи гривен. Вот. Сейчас вот цены поднялись же на них. Ну, можете больше дать, если дешево. Можете больше дать, я не против. Да не, я просто, чтобы беспокоить, чтобы не было никаких изъян, так сказать. Нет, изъянов никаких нет. Вот, а сколько... Она использовала столько... Сколько гигабут там? Какое количество гигабут? Какое количество чего? Гигабутов. Сколько там гигабут у нее? 8. 8 гигабут, да? Да. Это оперативки, правильно? Это 1070 Ti на 8 гигабит оперативной памяти. Ага, ну то есть это мне, что Ведьмачок 3 играть нормально. Да я просто, вы же меня простите, я человек не молодой, вот поэтому переспрашиваю. Да. Да. Мы в такую не играли, мы там Warface такого плана, может, знаете. То есть, ну, вообще на максималках идет... То, что мы играли, на максималках все идет. Ну, Тумбрайдер играли, скачивали, но не понравилось. Все на максималках идет. Ну а сколько этих самых там, ну, памяти, гигабут в целом, сколько полностью? Я сказал, 8 памяти. 8 гигабут, да? 8 гигабит, да. Обычная 1070, там 6. Ага. 1070 Ti, там 8. 1080 Ti, там 11. 1050 Ti, там 4. Или 6. А, да. Это, или, ну, в этой 8. Ну, это золотая середина, наверное. Ну, вообще да. Ну, я понял. Вообще то есть, да. То есть мощная, да, мощность. Я хочу забрать ее. Мне очень хочу играть сейчас. У меня просто сейчас нету. У меня стоит это самое, ну, старое, вот это Родион, которое. Старое. Я понял. Я просто посмотрел в магазинах. Цены там очень, ну, большие. У меня столько пенсий нет. То есть я буду там вполне достаточно оперативки, да, чтобы ГГц. ГГц много. Да. Я понял. А сколько ж там, да, это самое, терафлопсов, чтобы смотреть на чисто, если музыку слушать? Да, я в этом, ну, не знаю, сколько там чего, что и как. Я знаю, это не, я не какой-то там мегагуру профессор в этих делах, блин. Основные это, ну, 8 памяти, 256 битов, 256, ну, все на 256 битов. И... Ну, я понял. Ну, и все, а что там еще? Я в этом особо... Не разбираюсь. Ну а что там вообще по вентиляторам? Сколько там вентиляторов? Там три вентилятора. Они все работают, крутятся? Да, блядь, я говорю, карта в идеале. А, я понял. Играли дети, играли, играла жена. Все, никаких ни майнингов, ничего она эта карта не видела, не знала. Ну я понял. Стримы на ютубе были и Warface, блин, все. Это Майнкрафт, Роблокс, такое, ну, легкие игры. Больше ничего с ней, с этой картой не делалось. Да я понял. Просто вот захотел мощный, да? Мощную, да, видеокарту. Купил себе мощную. Но сейчас надо сделать вот так вот.
Ну, я понял, а вас как зовут? Карта в идеале, карта в идеале, я говорю еще. Любые проверки, пофиг, кто, где, как, 100%. Ну, то есть в танки поиграть, да, все можно? Да, танки, танки, блин. Танки это ни о чем для нее. Танки это для нее тесты. А, ну я понял, ну все, я понял. А как зовут вас? Николай. Коленька, да, Колямба. Кол, да. Кол, Колюня. Коленька. Меня так собаку звали, Царство Небесное. Колюнька, Коленька, овчарка. Спасибо за сравнение, блин. Да ничего страшного. Вы не переживайте, я человек не молодой. Ну, конечно, а. Ничего страшного. А ничего страшного, Коля. Не переживай, все нормально. Я пенсионер. Значит, Колумбия, да? Я понял. А сегодня можно подъехать? Сегодня, ну я сегодня поздно буду. Поздно, да. А я завтра? Я еще под Киевом, да. Завтра с утра можете подъехать. Я понял. А у нее какой разъем? АГП либо PC? Разъем под монитор или под что? Да, да, да. Там их HDMI, потом что там, блин. Этот, блин, как его, дисплей порт, там их штуки 3, ну там дохрена разъема. Икпорт, да. Там 3 или... А? Икпорт. Да, да. А-а-а. Фаервайр есть там на ней? Что? Фаервайр встроенный, есть у нее фаервайр? Откуда я знаю? Не знаю. Ясно, ясно. Ну это то, что мне надо, как раз. Я смотрю, мощно. Ну, вы в интернете можете, в интернете эту информацию получить. Да. Есть у нее или нет. Да я знаю, конечно. Я просто модель вбил в интернете. Вот, все прям мне подходит, там прям нормально. Можно играть в игры. До нее прям это самое. Танки нормально пойдут. То есть танки. Я просто танкист. Понятно. И Майнкрафт тоже люблю. Я же говорю, танки для нее ни о чем. Для танков хватает 10-50. Да. Да. Ясно. А разогнать ее можно? Вы разгоняли ее, да? Она в заводе. Нет, она в заводском разгоне. А, это есть... CI. А, она трюк. Разогнана уже. Из завода, производителем, она уже разогнана. Ясно. Я это понял. Обычная 1070, да, или 1050, или 1060, без CI, без двух букв. Да. Все разгоняются. Да. А это уже да. Идет разогнанная производителем завода. Разогнали, да, получается. Да. Это да, хорошо. Ее разогнали на заводе, так что танк не остановите. Да, ясно. То есть получается полифония на ней, да, полностью 64 голоса. Да, да. Ну, это уже вещь серьезная. В М-пакете, да? Конечно. Ясненько. Ну, а что, сколько ж там этих самых гигабит-то? Гигабит 8. А, 8? 8. А, да. Ну, это прям как раз у вас получается T-версия, да? Ну, да. Ясненько. Ну, а что со скидками? Может, чуть подешевле там, как пенсионеру? Ха! Подешевле? Ну, подешевле там 10-50 ищите. Не, ну, скинуть немножко. 10-50, 10-60. Ну, так вы сами сказали, что такая цена низкая. Не, так может еще так сказать, я просто кепку одел так, на голову. Может, за 14, может, за 14 тогда? Не, ну, давайте тогда за 12-500, что ли, забираю. Да, нет, за 12-500 я еще поиграю на ней. А, ясно. А вы что, себе да. новые оперативки купили, да? Да, да. А сколько мегапикселей на ней целых, не битых? 108. 8, да? Да. Ну она в идеале, я правильно вас понял? Да, да, она в идеале. И все три вентилятора, все крутятся нормально? Все крутится, блин, закручивает так, что, блин. Носки с ног стягивает. На Коля, да? Да. Коля, ну я вас понял, в принципе, то, что надо. А сколько гигагерц на ней? Гигагерц?
А хрен его знает. Много. Не знаю. Это же такая информация в интернете есть. У вас есть модель. Вы можете характеристики все узнать в интернете. Я такой информацией не владею. Она мне не нужна просто. Ну, то есть, я понимаю, вы так для майнинга ее, да, использовали? Ну, для танков, да, для Warface, для Roblox. А, для майнинга. Зачем? Я не знаю, что это такое. А паста там менялась на ней? Паста? Нет, конечно. Ясно, то есть она слабая. Она вообще не разбиралась. Ну, я понял. Так, короче, устраивает, не устраивает. Коля, Коля, такое, да. Коля, сколько тебе лет? Это здесь при чем? Да мне кажется, ты меня обманываешь, пенсионера. Короче, Коленька. Да, нет, да. Коля, да пошел ты нахуй со своей видеокартой, черт. Кусай ты захуй, баран. Хуйня твоя карта. Да. Кто? Впаривает дичь какую-то.